Основа успеха любого спортсмена заключается в профессиональном тренере, который мотивирует атлета на выдающиеся достижения. Один из таких примеров – мастер спорта по пауэрлифтингу Вадим Ширяков. Начал свой путь Вадим Аркадьевич еще в детстве с пауэрлифтинга. Сейчас он уже директор муниципальной спортшколы «Богатырь». В этом году у меня юбилей, 50 лет я в силовых видах спорта. В далеком 1974 году прошлого века я впервые взялся за гриф штанги. И так до сих пор не могу его отпустить. Начал заниматься тяжелой атлетикой. Это моя любовь с первого взгляда. И до сих пор я люблю больше всего тяжелую атлетику. Ну, мои максимальные достижения в тяжелой атлетике было это 1980 год. Я выиграл чемпионат Дальнего Востока среди юниоров. И затем уже перешел на пауэрлифтинг, мастер спорта Советского Союза по пауэрлифтингу, мастер спорта России по пауэрлифтингу, призер, чемпион, рекордсмен. Свой многолетний опыт спортсмена директор муниципальной школы решил передавать другим атлетам. Он проводит тренировки для девочек. Был для меня эксперимент 10 лет назад. Я знаю, как подготовить мальчика, как его довести до кандидата, даже до мастера. Можно ли из девчонки сделать мастера спорта или кандидата в мастера спорта? Каждому человеку индивидуальный подход. Для каждого свой план, для каждого своя методика. То есть, ну и, конечно, работать нужно в триаде, то есть тренер, спортсмен и родители. То есть, когда слепая вера в тренера, у родителей, у ребенка, а у меня к ним полное доверие. Вот это все дает эффект, что можно из этого человека построить и сделать чемпиона. К своим атлетам тренер относится исключительно. У каждого индивидуальная программа тренировок и личный девиз. Поэтому в команде только чемпионы и мастера спорта. Он как второй папа. Он всегда поддержит, всегда выслушает. С ним можно поговорить на любые темы. И не только. Как бы он всегда поможет, всегда все расскажет, покажет. Полюбила я Вадима Аркадьевича, что у него хорошая очень методика тренировок. То есть благодаря ему я просто достигла высот. Мне очень он нравится тем, что у него дисциплина. То есть если бы я пошла бы к другому тренеру, мне кажется, я бы уже ушла через несколько недель. Вот меня вот завлекло вот то, что вот строго тренировки, он нам говорил всегда, вот нет тренировок, не будет результата. Я с танцев пришла в тяжелую атлетику, чтобы укрепить мышцы спины, пресса. По итогу у меня проблема исчезла. То есть кто-то доводит это до операции, а у меня просто эта проблема исчезла. У меня нет грыжи. Ну, приходите, люди, в тяжелую атлетику. Тренируйтесь, укрепляйте мышцы спины, пресса, и будет у вас все хорошо. Тренировки у группы проходят с понедельника по пятницу с 8:30 до 19:30. Запись на занятия идет круглогодично. Чтобы присоединиться к секции, можно позвонить в спортшколу «Богатырь» или написать им в социальных сетях. С вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте!